Приветствую всех на канале. Глянем, что у нас в посылке. В посылке у нас вот такие модули. Это вот широко используемые модули 9561. То есть там бывают приставки всякие, означающие фирмы-изготовители. Но суть их заключается в том, что они могут извлекать только 4 мелодии, причем по заранее определенной конфигурации. Вот. Ну, давайте соберем один из модулей, да, и посмотрим, как он работает. Схема подключения модуля очень простая. На данном рисунке представлено самое простейшее. Использует один транзистор, динамик небольшой, вот, и две пальчиковые батарейки. Плюс конденсатор 104, его обязательно надо использовать, и резистор на 200 кОм. Все, спаял модуль, вот так он получился. Тут я использовал разъемы для динамика, для питания. Вот, я всегда использую разъемы, это облегчает нам жизнь. То есть можно быстро соединить и разъединить. Вот, конденсатор тут 104, его обязательно надо припаять, это самый такой распространенный, я его с разборок взял. Так, резистор на 200 кОм, можно чуть больше, можно чуть меньше, но оптимально 200 кОм. И вот провод этот соединяется плюс и с этими контактами, которые идут на питание и на динамик. Вот так соединил. Ну и давайте по умолчанию, какой звук у нас тут. Все, наверное, прекрасно узнают, это звук пожарной сигнализации. У нас постоянно тренинги проводятся, и этот звук очень хорошо знаком. Следующие сигналы можно извлечь, если запрограммировать модуль. Для этого первый вариант – это мы соединяем контакт К2 крайне с плюсом шины вот, модуля. Теперь включаем, посмотрим. Как будет? Это у нас пулемет. Пулемет можно использовать для детских игрушек. Очень любят мальчики всякие пистолеты, пулеметы. Вот для озвучки. Проводок теперь вот так спаял. То есть один контакт с минусом. И он будет следующий сигнал. Это сигнал скорой помощи. Теперь вариант такой. К1 соединяем с плюсом и включаем. Это у нас полиция. Очень доволен данным модулем, он нужен мне, ну и многим, наверное, тоже, кто самодельщики, вот, балуются созданием игрушек для детей, так, ну и кто сигнализации разные, да, создает, вот, ну и так далее. Вот, для них такой модуль находка, тем более он стоит, ну, сущие копейки, как бы за десяток там меньше доллара берут. Так что очень выгодная покупка. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал, потому что будет очень много интересного впереди. Пока!